Мы, в общем, с Юлей поехали до Москва-Сити на маленькой маршрутке. Не знаю, сколько посадочных мест. Может, мест 20? 17. 17? Вот. А мне посчастливилось вот здесь на первом сиденье ехать. Вот такая вот маршрутка.
Thank you.
Это Дмитровская безлимитка. Она там откуда? Метро может быть. Вообще везде, везде. Она даже на личном транспорте. Тут уходят? Куда вон? Были бы там деньги, прошла бы жизнь. Были бы там деньги, прошла бы карта. Прикалывайтесь, я вам говорю, до Нового года карта действительно. Нет, вас, она сейчас проходит? Нет. Ну, значит, здесь что-то, ну, прошла же. Не прошло. И вот у девочки не прошло. Если нормально проложить, проходит. До конца? А это как? На остановке остановитесь, пожалуйста. Только на метро. Ну, а что же вы раньше не сказали? Там... Тут у нас остановки нет, извините, пожалуйста. Ну, блин, и что у нас теперь делать? Куда не заезжаем, оттуда не уехать. Надо предупредить, как же остановка. Нет, это далеко там. Нет, почему здесь? А? Я не знаю где.